приготовления наших рогаликов нам понадобится стакан молока, 3 стакана муки, дрожжи 2 чайные ложки, масло сливочное 50 грамм, щепотка соли, масло растительное для смазки рук, сахар. Сахар дело на глаз, поэтому не могу сказать вам, сколько нам понадобится сахара. И одно яйцо для смазки наших рогаликов. Сегодня будем готовить булочки. Вот уже тесто подошло. Сейчас начнем формировать его. И посмотрим, что у нас сегодня получится. Вот сформировали вот такие вот колобки. Сейчас они у нас постоят. Мы им дадим постоять. Накроем их салфеточкой. Ну и потом начнем делать им начинку.